Кинектом надо, она у меня занимается степом, и ей постоянно надо подпрыгивать, и я ван продал свой, чудо-штанку оставил четвертую, ван продал, взял в обмен гребаный звук 360-й, но, если честно, я уже ни хрена в нем не помню. Он трибутный. То бишь, грубо говоря, в нем прошивка стоит, ну как прошивка, прибут на нем стоит. Я-то, простите, я вообще ничего не понимаю, что вы говорите. Алло. Алло, алло, я не понимаю, что вы говорите, вот простите, вот непонятно, речь невнятная. Вот я не могу разобрать вообще ни слова. Может, знаешь, такая кирюзная? Ну, может быть, алло. Вот. Алло, алло. Ты сейчас меня хорошо слышишь? Вот получше что-то, да? Давайте я буду на кухню ходить, хотя, в принципе, не было таких проблем. Давайте попробуйте с кухни говорить. Ага. Но этот трибут, он какой-то козляч. Я его не могу понять. Во-первых, у меня есть диск внешний на 2 терабайта. Скорее всего, он не пойдет под него. Я не помню. А, я понял вас. Я вот сейчас вас понимать начал. Фрибут, мы не поможем.